Всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ОПЕР. 4 класс, первое задание. В 2020 году в ОПЕР за 4 класс пишут пятиклассники в сентябре. Данные первые задания, которые мы с вами сейчас рассмотрим, отличаются от всех известных первых заданий тем, что у нас здесь задачи. А первое задание подразумевает сложение, вычитание, умножение и деление. Обычно это двузначные числа, то есть сложение двузначных чисел, деление двузначных чисел на однозначные и так далее. Обычные арифметические действия. Давайте прочитаем первую задачу. Задана последовательность из 6 чисел по следующему правилу. Каждое последующее число меньше предыдущего на 7. Известно, что последнее число равно 3. Запишите через запятую 3 первых члена данной последовательности. Давайте начнем разбираться. У нас есть последовательность из 6 чисел. Первое число, второе число, третье, четвертое, пятое и шестое. И у них они составлены по следующему правилу. Каждое последующее число меньше предыдущего на 7. То есть число 2 меньше первого на 7. Если мы из первого числа вычтем 7, то у нас получается 2. Если из второго отнимем или вычтем 7, получаем 3. Вычитаем, получаем 4. Вычитаем, получаем 5. Вычитаем, получаем 6. Но нам известно, что последнее число равно 3. То есть последнее число, это 6, равно 3. Чтобы найти 5 число, мы должны уже прибавить 7. Так как мы вычитали из 5 7, чтобы получить 6, а 6 у нас 3. Чтобы 5 получить, мы должны прибавить 7. Мы прибавляем 7, получаем 10. Опять же, чтобы четвертое получить, мы должны прибавить 7. Мы получаем 17. Прибавляем 7, получаем 24. Прибавляем 7, получаем 31. Прибавляем 7, получаем 38. У нас есть 6 чисел. 38, 31, 24, 17, 10 и 3. А нам нужно записать через запятую 3 первых члена данной последовательности. То есть ответ у нас будет 38, 31 и 24. Вот наш ответ. Переходим ко второму заданию. Во втором задании даны числа 24, 35, 27, 77, 497, 990, 175, 162, 348. И нужно записать наибольшее число, которое делится на 9 без остатка. Здесь есть несколько вариантов решения данной задачи. Среди всех данных чисел наибольшее число у нас 990. И мы попробуем его разделить на 9. Если мы получим целое число, то есть не будет остатка, а 990 при делении столбиком на 9 делится на 9, это единица, да? 9 спускается 9. Здесь опять единица, 9 мы получаем 0. И еще этот 0 добавляем, 110. Мы сразу нашли ответ. Это 990. Значит, тут в ответе будет 990. 990. Но данное число может не делиться. Ну, самое большое может не делиться на 9, то тогда придется поделить все числа. Попробовать поделить все числа и найти наибольшее. Если не было бы здесь 990. Но если мы будем рассматривать данный ряд чисел, 24 по таблице умножения не делится, сразу вычеркиваем. 35 тоже не делится. 27 делится, это у нас 3. 77 не делится. 497, если мы начнем делить 497. Давайте попробуем это самое большое число после 990.
Если мы попробуем разделить на 9, здесь у нас 49, значит по таблице умножения это 4же, не 4же, 5, 9, 45, мы получаем 45, здесь получается спускается 4, 7, опять 5, 45 и остаток у нас 2. То есть оно не делится без остатка. 175. Можно поделить 175, 162, 348. Но в данном случае мы сразу же взяли самое большое число, попробовали поделить на 9 и сразу же нашли ответ. Потому что данное число самое большое, оно делится без остатка, и в ответе мы сразу пишем 990. Понравилось видео? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч!